Чебоксарах проведут и детальное обследование технического состояния 74 общежитий. Пристальное внимание этим домам уделили по итогам проверки, которую организовала администрация столицы. Было обследовано 209 жилых зданий. В ряде домов были выявлены незаконно обустроенные душевые комнаты, в которых отсутствовал гидроизоляционный слой. А это приводит к намоканию стены железобетонных плит, перекрытий. По оценкам актов обследования, оказалось, что в 13 должны провести более детальную проверку на необходимость капремонта, а в 61 – ремонт конструктивных элементов. На эти цели необходимо почти 2,5 миллиона рублей. Обследование было проведено после обрушения стены дома на улице Петрова.